ударами оперативно-тактической авиации. Украина перешла в контрнаступление в районе Бахмута, Западного Донецка и на юге Запорожья. Институт изучения войны заявил, что украинские войска провели контрнаступательные операции с разным успехом, как минимум на трех участках фронта. Президент Украины Владимир Зеленский не дает пояснений в отношении передвижения своей армии, но признает, что она ведет бои во всех направлениях. И окремо для наших воинов, для всех, кто цими днями в особливо важких боях. Бачимо ваш героїзм. І ми вдячні вам за кожну хвилину вашого життя. Життя, яке дійсно є життям України. Президент России Владимир Путин прямо заявил, что украинское контрнаступление началось, но, по его словам, все предпринятые до сих пор попытки провалились. Минобороны России заявила, что его армия отразила 12 украинских атак.